четвертые сутки нашего плавания по Карибскому морю. Наши планы входят в заход на остров Кайо-Мачос. И вот он уже появляется на горизонте. Todo el mundo canta hoy, Joseito, tu Guantanamera. Sigo para adelante hoy, desafío el que hace mal. Yo soy como tu Polito, un guajiro natural. ¿Guajiro qué? Defender mi canto es lo único que quiero. Como lo han hecho ustedes, como lo hizo el guayabero. Vaya. Este homenaje aquí no se ha acabado. Hiciste popular el mambo, mi rambo. Yo quiero ser bambán, o compa el segundo cuando canto chan chan. Quiero ser la música cubana todita a la vez. Quiero ser un ira que eres un chucho balde. Reaparecer en nota como lo has hecho tú. Tú te lo mereces, Buena Vista Social Club. Quiero que lo sepan que en ustedes yo me inspiro. Quiero ser un músico a la altura y los afiro. Nieva nadando y nieva nadando. Que voy, que el sombrero. Bien y se la doy, bien y se la doy. Varadero, Cuba del Lico, Cuba del Lico. Десятка она не будет держать. Ну, мелко здесь, конечно, но 20 должно быть. Теперь важно правильно выбрать место стоянки. И здесь мы столкнулись с небольшой трудностью. При желании подойти к берегу настолько близко, насколько это возможно, я посадил катамаран на песчаную мель. Ну да ничего страшного. 20 минут маневров двигателями и штурвалом, и мы снова на плаву. Ну просто ее протащит по песку. А далее бросаем якорь, отдыхаем, купаемся и изучаем прибрежную флору и фауну.
Живописные пляжики и тихие мелководные лагуны, в которых купаться под лучами жаркого солнышка – огромное удовольствие. Так, никуда не торопясь, можно провести целый день напролет. И не заметишь, как солнце, только что гревшее тебя своими теплыми лучами, уже подошло к линии горизонта. И вот еще мгновение, и оно скроется, погрузив все вокруг в сумерки. Растительный и животный мир прибрежных вод очень красив и разнообразен. Сейчас еще картошку подстрелим, будет полноценный обед с гарниром. Колючка я. Ой, таких у нас еще не было. Да, горит в бассейне. Ну ладно. Когда уже лосось? Вон у него кровец. Ты не в то море заплывал, мадам. Да, ну хоть бы осипаться. А, вы не в то море. А мне бы грызть согласие отсюда. А тем временем наши подводные охотники продолжают приносить на лодку местную морскую живность. Сейчас достанешь. Я даже не знал, что это такая рыба, если честно сказать. Она была маленькая, как стрельнула, она бух. Накупались. Мучают рыбку надувную. Не знаю. Вот этого рапанчика еще положить в сток. Вот. Глазки ее покажи. Свои? Твои-то я видел. Или тебе ее глазки показать? Федь, осторожно! Федя! Федь! Федор! Олег, не сдавил нам Федя.
такая красота. Джуз, оранжат, прямо не выходя из бассейна. Андрюх, да. Что жизнь радовала всегда? Чтобы люди были хорошие вокруг тебя. Чтобы была поддержка со всех сторон. И здоровья побольше. Ну, и здоровье побольше. Ну, да. Дел у тебя еще много. Здоровья и сил понадобится много. Я перчатки брал во второй заход, а в первый заход, когда... Бунтал прям. Сейчас да, будем орать, или они будут орать, мешать друг другу. Это просто неэстетично. На следующий день катамаран был пришвартован к пирсу. Ну конечно, а ты уедешь без фотографии с мачеса. Островок Каямачес населен большим количеством игуан. Также много здесь мелких ящериц, которые бегают по сухой листве, создавая тем самым то тут, то там шорох, заставляющий невольно вздрагивать, обращая на себя внимание. Вот такие тут. Вон их сколько. Пью. А вот еще один представитель местной фауны – хути. Это грызуны, чем-то похожие на помесь бобра и нутрии. Зубы у них очень острые, и надо быть внимательным, чтобы пальцы рук остались невредимыми при кормлении этих животных.
А тем временем на остров приплыла очередная группа туристов. Позагорают, выпьют мохито, через 2 часа они уплывут. Спросите, как ты будешь? Как ты берешь нас? А то боюсь, что они Казани не квалифицированы. А вот что бывает при неосторожном кормлении хути. На острове проживает семья, муж с женой, которые держат здесь кафе и любезно принимают туристов. А, водичка. Да, я. После первой недели побольше мяса. Ну, ты сам выбрал себе, да и все. Побольше мяса мы уже все. Сами съели. Вот попарил. Я не буду. Ну что, лангусты? Ну что, дай здесь муравейник. Ну, можно умереть? Да. Если уколешься. Но ее едят. Я сейчас ей обрублю все эти шипы и съем ее. Крылатка. Типичный представитель местных вод. Ее шипы, замаскированные в большом количестве красивых плавников, смертельно опасны. А ты смертельный там... номер. Не надо. Та-та-та-та. Все, не касайся его 2 недели теперь. Все ж, ну что, выкинь. Бяку, выкинь бяку. Да, длинный наш мотор, короткий его. Ничего себе. Да покрылью такая гуляла. Ну что, все, нахрен. Не помогает. В принципе, даже подымали, натягивали. Командир тебя одному раз был туда. О, ты еще настрелял. Все село. Это ты настрелял? Потом вот эти вот с плавников. Здорово. А? Не, давай будем смотреть. Зачем? Так, правильно? Все, вытаскивай. Две перчатки, правда, я их тогда буду еще. Красавец. Без заморозки. И фиг ты его оторвешь-то так просто. Он даже пила не пил. Еще один день подходит к концу. Дружеская обстановка, чудесный кубинский ром, песни под гитару и отличное настроение всей команде обеспечено. А чай ты? Ты наливал чай где? Ну, выпили, наверное. Oh!
Да ну, зайдись мне здесь негде. Габариты чуть нет. Конечно, цыган, да? Давай, кучерявый. Сказали грузчики в порту: я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Такая... Давайте. Десерт. За прекрасную рыбалку. На десерт. Это гидропоника, да? Вон, видишь, тут написано гидра. На утро 6 дня нашего плавания катамаран «София» вышел в марину города Симфуэгас, в который мы придем уже к вечеру. Куков затоплено. Мама зо-зо бабулие, мама зо-зо шага-шага, ля-ля-ля, шага-шага-шага, мама зо-зо бабулие, мама зо-зо шага-шага, ля-ля-ля, шага-шага-шага.
Три аромата твоего поцелу я жить, мама, даже бабулее. Моя баба ей маракуя, жить, мама, даже бабулее. Очень дорогих тебя хочу, жить, мама, даже бабулее. А вот сейчас докурю, приду я, жить, мама, даже бабулее. Мама, даже бабулее, мама, даже жага-жага. А это сюжет про то, как мы решили помочь хозяину кафе на острове Каямачус починить поврежденный пирс.